И все привет, друзья, и Костя мой канал, это я, Лава. Сегодня у нас последний четвертьфинал. Следующий у нас будет в полуфинале, а потом сама финал. Ну, давай посмотрим, чем у нас ждет. Прямо сейчас у нас внимание. Или девушки против каменной метеорит. Счет 0-0. Вот в первый раунд. Первая команда называется Сила девушки. Автор Яблочный жест. Фанатка 41. Вот такой спорт. Короче говоря, теперь в ее команда. Первая капитанша именно метательница. В смысле метательница. Будет ее ауру. Я специально полосил лунные цветки, чтобы она может усиливать лунные цветку. Следующая ее помощница именно Фокус-Прокус, которая уже умерла. Ну, короче говоря, блин, не успел сказать про Кактус и Фокус-Прокус, поэтому поражение. Так, следующая команда именно Авторшлаг. Эта команда Брэд 8042. Теперь ее сборка или команда, называйте чем хотите. Первая именно метеорит, которая главный нападавшник его же команда. Следующий союз именно Алоэ, который будет лечить его союзник, который я сейчас буду рассказывать. Это крупный стена орех. Да, в первом тебе надо было мина, теперь крупный стена орех меняем. И интересный факт. Автор, конечно же, мелкий бот, но ее команда не поставила. Алоэ и Дисней, чего? Тогда и похоже, обе девушки провалили миссии. Я проверил их без команды, поэтому 0, обе балла 0. Если честно, не ожидал такого события. Ну и ладно, параша. Давай посмотрим, как силы девушки справятся в его огромные испытания. Теперь расскажу, что было в прошлый раз. Короче, Кактус, Ебесный, Лав, а есть места, которые имеют спалятельство. Те времени 3 балла. Ура! На ёлки-палки, почему я не успел рассказывать про Кактус и Кактус? Не знаю, наверное, я медленный человек, но не ладно. Не ладно. И... Витёк, что ты тут? Палки. Молодец! Шмипал скалкурец. Профукал 1 балл. Красавчик, блин, недотепный. Вот появился новых очки. И сила девушки теперь впереди. Спасибо, конечно, за метеор со своей невнимательности. Хорошо, Кактус может спалять и может
наносит урон мне, когда нас лядится, и она может сразу уничтожить 3 соперника. Потом снаряд можно ранить только 3 зомби за раз. И фокус можно спипанить. С самого начала. Все, наконец-то! А тем времени они справили или нет, не знаю. Да, они справились. 3 балла. Молодцы, девушки. Ах да, я еще заметил. Фокус-прокос и метеорит. Цветок может нападать плепой клетки. Поэтому, возможно, двойной мест может быть повержен. 3 балла. Молодец. Никак как той раута с огнем. Классически 3 балла обе команды. Очень хорошо. Ой-ой, плохие новости. Для, конечно же. Ай, похоже, 0 балла. Дальше смотреть не буду. Так. Похоже, не говорить вообще весучек, потому что... Поза смотри, потому что шут не может доставать его метеорит. И... А, погоди. Да ладно, еще все равно 3 балла. И, конечно, метеор схватал лидерство от силы девушки. Неплохо. И не понял. Почему как-то спрятался? И еще один провальное испытание для силы девушек, потому что... Дальше без комментариев. 0 баллов. И... Минус 1 балл. Скоро будет еще один минус. А нет. Метеорит цветок спас сам себе. Только короткое время. Только потому что... И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, он уже спасся сам себе, но однако, просто смотри, что там! Всё. Однако, это еще не конец. Да, у охотник вообще дурачок. Ноль балла! Ноль! Ноль, Карл! Ноль! Никто не пережил морозное испытание, увы. Ну, бывает. А, да, точно. Я забыл того, что... Уже не обязательно. Кактус затащил 1 балл. И похоже... Алоэ теперь... Вот чего? Метеорит! Чё тупесть? На зомби давай! Тормоз, блин, не доедный. Даус, 0 баллов. Позорище просто. Кактус сама справился, а метеорит затупел. Даус. Из-за кактуса вдруг унизился на 1 балл.
Тебе Амбруф ровно 1 балл. Ну, давай посмотрим, чем способны девушки на станный раунд. Your efforts are entirely futile. Увы, 0 баллов. Нубский метеор продолжение следует будет. For you to finally die by my hands. Да ладно, он справился. 3 балла. И метеор снова спасся. Похвалили ему за это. Неплохо. Ну, давай посмотрим. Не-а, 0 баллов, увы. Главный метеорит, главное не подыхать, иначе будет миссия невыполнена, но все, уже минус 3 балла, уже сразу объединяюсь, чтобы не было воспутанное трио. Короче, ну на этот раз шутяра убьет. И зомби активирует косовый кассир, поэтому уже все. 0 баллов. Надеюсь, намек поняли. Метеорит должен был убить зомби на кране, чтобы не активировать косовый кассир. Но, увы, не получился, не фартануло. Let me in! Да уж. Верну слово обратно. Про то, что Орден команду может пережить двойное месте испытания. Сейчас легкое испытание раунд. Запуск из Алиэкспресс отменен, господа мои. Лучше убить зомби из пушки, то... А, уже не важно, 3 балла. Я, блин, клянусь, если каменный метеорит не справился это испытание, тогда я не знаю, что еще нам до героя. Каменный метеорит не справился. Чего? Не справился, что ли? У меня даже нету комментариев. Похоже, каменный метеорит и маслинный умирант. Единственный, который не справился с этой испытанием. Ужас. Да уж, я от метеора ничего не ожидал. Из-за этого все, девушки снова вернули длина на 1 балл. Теперь 10 на 1. И не последний раз. Как на пляже. Рыбак есть. Ну, вот, почему? Чтобы рыбак будет жить. Что-то вы на этом почему? Чтобы... И чего? Минус. А, все, уже минус.
2 балла. Давай посмотрим, медали составился или нет. Хотя... По факту Липа... А, все, уже не важно. 0 балла. Хлеб, масло, а каменный метеорит 1 балл. Не спрашивайте меня, почему я впихнул. Без комит... Чего? Молодцы, 3 балла. Хотя, сколько стоп? Какого черта кто только что сделала? Ё-моё, что там отплывало? Так, надеюсь, каменный метеорит не будет ли тут птичьи. Как, никак отплыло девушки. И, ну и началось. Похоже, уже все понятно. 0 балла. Все понятно. Метеорит. Хлебушек. А девочки 3 балла. Близко к нему. Да, 0 баллов. Я только что раскопал. Как бы это разница близко. Это там уже без комментариев. Ничего себе классного не случился. Просто команду получили парашу. И все. Но в силу девочки все равно впереди. О, вот осада. 0 балла. И, да ладно, им повезло. Похоже, уже все победа. Да, прочности каменный метеор теперь впереди. Давай узнаем, чем отвечать силы девушки на предпоследний раунд. Теперь карту будет потом. Чем скорее надо одолеть. Лучше, чем будет противное испытание без потери. И похоже уже все. Мне нужно 1 балл. Ты чего? Похоже, кассетник хотел прогадать фокус-фокус за то, что показал великолепный фокус, самый лучший фокус на районе. Ну а 2 балла.
похожий метеорит в опасности, потому что он в первой клетке и какой-то будет кинать так раз в той клетке сперва, а потом алоэ. Уже все 0 балла реал. Как у нас 2 балла, а как счет 0. У нас равный счет предпоследний раунда. Треки еще жива. Скрывает, кто победитель скорб. Короче, давайте нам. Если обе команды получили то самое количество баллов, будет экстра раунд. Если все ребята доверят способам, тогда реклама проиграла. Если метеорит получит больше, чем девушки, тогда выглядайте на тогда плохо, я не буду. Вот это идеальное время. Похоже, как хотел такой. Эй, пустите меня к вам! Да, наконец-то! Вечеринка! А потом пока станет такая. Вам нельзя, господа. О, минус 1 балл уже. Запашок уже. На этот раз без кактусу. Что? Все, последняя надежда уже пропадет. Теперь кто будет выигрыш? Уже каменный метеорит или будет ничья? Скоро узнаем. Господи, Трикель еще живо. Давай сейчас посмотрим. Чем закончится это финал? Ну, к сожалению, никак как силу девушки не может так долго держать. И еще, ребята. Никто не получил балл. Знаешь, что это значило? Значило только одного. Это значило у нас ничья. И получается у нас, внимание, экстра раунд. Не может быть того. Ну, давай посмотрим. Как они поступали в экстра раунде. О, похоже, неудача. 0 баллов. Я, блин, клянусь, если каменный метеорит проиграться здесь, тогда я не знаю, что я буду делать. О, столько досы их же смерти. О, да ладно, 2 балла. Значило только одно, господа. Каменный метеорит забирать путёвку в полуфинал. Счёт 15-17 победил каменный метеорит.
Рейка смогла получить ее медь за то и проигрыш в другой чемпионат. Ну, да, сила девушки выбывать из чемпионата, а теперь мне камень метеорит идет в полуфинал. Но включая того, что с кем камень на метеоре будет сражаться, тут не надо ни радуйся и поздравлять, надо счесть, надо брать свежку, молиту и молите того, что камень на метеорит не проиграл с разгромом, потому что плов из Тигр Сабы довольно сильный соперник. Вкуляться того, что камень на метеорит просто повезло в соперник, я боюсь представить, что плов из Тигр Сабы ожидать. В следующий раз, так раз в первый полуфинал у нас будет между Белое масло автор Морошник и его соперник Тигрсностан автор Бумеранг. Давай посмотрим, Тигрсностан сможет избегать Белое масло или Белое масло дать ответь вот той вопроса. Все полуфиналы растения теперь чередны Увера и, конечно же, рауты усложнены. Все пока.